Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Ну вот, Бабян, подъехали мы к лаборатории к этой, на экскурсию. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, студенты, так понимаю. Да, здравствуйте, мы студенты, приехали к вам на экскурсию посмотреть на вашу лабораторию. Дело в том, что мы с моим другом Бобби хотим поступать на медицинский, на биоинжиниринг, на биолаборатории. Хотим стать медиками и делать всевозможные научные опыты. И мы записались к вам на экскурсию, чтобы посмотреть, как у вас тут все происходит. Если нам понравится, мы с моим другом поступим на медицинский факультет и станем биологами, инженерами биологии. Хорошо, представьтесь, пожалуйста, еще раз. Ну, это Бобби, я Дима. А меня зовут Дотр Андрей. Добро пожаловать в институт лаборатории генной инженерии. Сейчас я открою шлагбаум, подождите, пожалуйста. Ага, хорошо. Слышал, Бобян? Да, прикольно. Генная инженерия, наверное, ее Гена придумал. Наверное, Геннадий. Да, генная инженерия. Интересно, есть бобянная инженерия? Не понял, а чего это не открывается шлагбаум? Ладно, перепрыгивайте, ребятки. А я вот так снизу проползу. Ага. Ага, короче, проведите нам сейчас, пожалуйста, самую подробную экскурсию в вашей лаборатории. Расскажите, о чем вы вообще занимаетесь и чем. И если нам понравится, как я уже сказал, мы с Бобби поступим на медиков, на биоинженеров. И будем работать в вашей биоинженерно-генной лаборатории и делать всевозможные биогено-инженерные мутации, да, да, Бобби? Да, мы такие, да. Да. Ну, мы, собственно говоря, всем этим и занимаемся, господа товарищи. Это у нас первый этаж, он под ремонтом. Ага. А вот сейчас я вам продемонстрирую суперский быстрый лифт. Ого, Бобян, смотри-ка, суперлифт медиков. А ну. А нас не стошнит? Ого. Сейчас домчимся очень быстро, с ветерком, да, господа? На туре, кстати, быстрый, офигеть. Сколько чистых сил? У меня это, у бабушки на даче, и то быстрее. Ну вы не придуривайтесь, очень быстрый лифт на самом деле. Так, ладно, нифига, Бобян, прикинь, если мы потом отучимся на биоинженеров, будем работать в такой же суперкрутой лаборатории. Ага, охранниками. Ага, в натуре уборщиками, блин. О, коллеги, поздоровайтесь, это студенты, кстати. О, здравствуйте, товарищи ученые, мы с Бобби студенты у вас на экскурсии. Здорово, салаги. Угу, спасибо, до свидания. За мной, за мной, за мной. Так, Бобян, ты не отставай, там сейчас где-то заблудимся, блин, еще это, подумаешь, что подопытных обезьян ведут. Вот, первый сектор, он у нас посвящен полностью паукам, здесь мы соединяем, получается, гены пауков с людьми. А, понятно. И смотрим, что получится, вот, смотрите, кстати. Так, это паук, нифига какой большой, а это уже с человеком соединенный. Все верно, дружище, все верно. Ничего себе, вот это да, а этот почему не в клетке у вас паук? А он полностью безобидный, но вы все равно лучше близко не подходите, мало ли что. А можно погладить, а его? Ну, только осторожнее, осторожнее, можете погладить, только осторожно, реально. Так, я сейчас аккуратно его поглажу. Очень аккуратно. Ого! Ох ты ж, ё-моё! Что происходит вообще? Ё-моё! Цапнул меня! Кого укусило, кого не укусило? Ай, Бобис, там прыгают они! Ай, блин, пауков! Ё-моё, там сзади! Утечка, да, утечка, да. Сейчас устраним. Кого укусило? Быстро показывайте, что происходит. Меня укусил. Вот этот, который был незакрытый. Ты сказал, он безобидный. Меня укусили, вон, нога. Ох, ё, походу препарат перестал действовать. А тебя, Бобби, покусили, укусили? Да не, хорошо, у меня иммунитет здоровый. Ну, ладно, вроде я себя нормально чувствую. Со мной ничего не произойдет. Да вообще не должно. Точно хорошо себя чувствуешь, Дима? Ну да, вроде нормально. Давайте в следующий отсек пойдем. С пауками мне не понравилось. Там у нас следующий отсек с обезьянами, кстати. Давайте за мной. А, давайте с обезьянами пойдем посмотрим. Ой, доктор. Что такое? Чего такое? Честно признаться, что-то меня это... Доктор, меня что-то... мутит. Смотри, доктор, сюда, быстрее, врачи! Скорую! Что ты ищешь? Малой, иди зови докторов! Блин, что я его маме скажу? Доктора! Там человеку плохо! Где я? Где я? Кто я? Вы в больнице, все нормально. В какой больнице еще? В какой еще? В медицинском отсеке нашей лаборатории. Ё-моё, Бобян, что произошло? Да. Мы ж были на экскурсии. Ага, ну тебя по всей ситуации этот паучок укусил, тебе плохо от этого стало, на, попей. Ё-моё, какой еще паучок? Сейчас я возьму. Ну, который там в отсеке выскочил. Сейчас. Ё-моё. Не понял. Что это было, блин, а?
Мне показалось, или там была паутина у вас из руки? Я не знаю, как мне взять эту баночку попить, а, Бабян? О, кайф, всё. Во, попей. Фух. Как самочувствие, легче стало? Да, что произошло, блин? Меня что, реально паук укусил? Ну да, но в целом вы вроде нормально себя чувствуете. Правда, конечно, свалились в коридоре внезапно. Ага, голова что-то раскалывается, блин, жесть. Ух, ё-моё. Чё, может, домой тогда поехали, если тебе плохо? Да, наверное, доктор, слушайте, давайте закончим экскурсию на этом. Выведите меня, мы домой поедем, блин. А, ну да, в принципе, время подошло ваше к концу, на этом закончим. Ну что ж, давайте за мной тогда. Да, и что-то как-то странно, слушайте, у меня действительно это паутина, что ли, появилась, блин, или мне кажется? Ну ты, блин, даёшь. Наверное, кажется. Слушайте, Дмитрий, а? Если ситуация будет ухудшаться, вы, если что, позвоните мне. Ладно, хорошо, давайте. Ух, блин, ё-моё, что-то меня... Не отставайте. Правда мутит, ладно, выводите нас отсюда. Ой, ну все, спасибо, доктор, вам за экскурсию. Конечно, очень опасно у вас тут в генной инженерии, в лабораториях. Но это правда. Мы с другом подумаем, будем учеными или нет. Ладно, спасибо, номерок Бобби записал его? Да, я сфоткал. Все, спасибо, на связи будем, до свидания. Хорошо, если что, обращайтесь. Да, спасибо. Все, Бобян. Всего доброго, до свидания. Ага. Поехали. Все, давай, сау, брат. Ну хорошо, Бабян, что хоть до дома доехали, слушай, но что-то мне все равно как-то я себя по-другому ощущаю, как будто мышцы выросли, что ли, или сила появилась какая-то. Так, блин, пойдем, может, ты приляжешь. Да, только, Бабян, что-то дверь закрыта, блин, слышишь? Вот, блин, что делать тогда надо будет нам? А вот, я сейчас через стремянку залезу и, может, окна открою. Давай. Нифига себе, Бабян! Ты чё, блин, ненормальный? Смотри, как я прыгать могу высоко! Нифига себе! Опа! Ща, Бабян, я попробую открыть здесь, а ну-ка! Офигеть! Ща я залезу, а ну-ка, сейчас я попробую открыть! Давай, открывай! Бабян! Смотри, чё я могу! Летаешь! Ты на паутине летаешь! Ё-моё, Бобби! Нифига себе! Так, давай быстрее в дом, короче, давай лучше через это, через задний проход! Давай. Ё-моё, Бобян! Ты точно человек, блин? Я, походу, в Человека-паука, что ли, превратился? Ё-моё, у меня паутина! Звони быстрее этому ученому, Бобян! Скажи, что приезжал домой, блин! Я превратился в Человека-паука! Сейчас, звякну. Так, ученый. Давай быстрее звони ему! Алло, доктор Андрей? Да, это мы к вам сегодня с утра приходили. Ага. Тут, короче, мой друг Димка умер. Да, превратился в Человека-паука, представляете? Да, он, короче, на паутинке летает, прыгает высоко, вообще ненормальный. Приезжайте к нам, посмотрите. Все, ждем, координаты скинул, ага. Слушай, Че, Бобян, он приедет? Да. Так если я этот Человек-паук, мне костюм тогда нужен? Точно, давай сделаем костюм. Давай, сделай мне костюм, Бобян, и будем ждать этого ученого. Капец! Да. А я что, навсегда Человек-паук, что ли? Прикинь, в натуре ты, получается, навсегда теперь Человеком-пауком станешь? Вот это будем да. Будем с тобой это, грабителей убивать. Так, давай костюм сделаем. Давай, из чего? Из ткани. А у тебя есть ткань? Ну сейчас что-то найдем, за дело. Давай. Вот это мы костюм, Бобби, сделали! Да, вообще нифиговый, кстати. Нифига себе, я теперь настоящий Человек-паук. Смотри, как у меня прям картина над кроватью. Да, я рафанат, точно. С Человеком-пауком, и теперь я реально Человек-паук. Вот это да, Бобби, костюмчик-то настоящий. Смотри, кстати, как я научился. А ну. Хопа! Хопа! Нифига стреляешь. Видал, прикольно как? Слышь, о, пришел, похоже, этот ученый. Пойдем ему покажем, какой мы костюм сделали. Это ж вообще. Он просто офигеет. Здравствуйте! Салам алейкум. О себе, уже в костюме. У вас там дверь закрыта, я через один вход зашел. Ничего страшного. Ничего, мы как раз хотели вам открыть и слышали звонок. Смотрите, что я умею! Ну показывай! Ого себе! Смотрите, я еще научился паутиной стрелять! Вау! А могу еще, знаете что? Могу еще летать на паутине! Ого себе! Ну-ка, подойди-ка сюда! Да, я что, навсегда превратился в Человека-паука? Слушай, ну это навряд ли. Сейчас проверим, как им так мог просчитаться. Ну-ка сейчас. Слушай, а ты знаешь, сколько стал Человеком-пауком? На сколько? На 24 часа. Ё-моё, Бобян, я буду 24 часа Человеком-пауком. А с какого момента сутки отсчитывается? С укуса. Так получается, осталось 15 либо 16 часов, где-то так. Ё-моё, так мало, капец. Я думал, я уже всегда, всю жизнь буду супергероем, Человеком-пауком. Ну ладно, хотя бы 16 часов. А что мне делать-то теперь, блин?
Угу. Слушайте, ребята, я, конечно, вам не могу сказать, что делать, но могу посоветовать. Но! В этом мире слишком много преступности. Ага. И, кстати, в ваших силах сделать ее чутка меньше. Ого, прикольно, пойдем ловить бандитов, попадешь с нами, ученый. Ну давайте, краски, я поконтролирую, что у вас тут происходит, ребятня. Ага, может у тебя есть какие-то враги, бандиты, мы поедем их зафигарим, я их паутиной туда! Ну-ка, сейчас проверим данные. Сейчас. Ого! Преступление до нас совершили. Да? Давайте совершили? Поедем разберемся, в натуре, да. Поехали ловить преступников, вперед! Пока я весь дом не разломал здесь. А-а-а. Смотрите! Это как? Прыгай в тачку, Док, меня подождите! Прыгай! Вы давайте на машине, а я на паутине! Ага. Ваш добрый сосед! Сюда, в эту сторону. Человек-паук! Паутина из рук! Погнали! Все, тормози! Где-то здесь, походу, эти бандиты должны быть! Так, а что они сделали? Какое преступление? Они ограбили магазин «Пятерочка». Так, сейчас мы их найдем, мужики. Знаете как? Как? Получи чутье! Так. О себе. Фу! Это Бабяна. Так, подождите, еще раз. Нам бандиты нужны. Их, скорее всего, много было. Сейчас, я сосредоточусь на бандитах. Получи чутье! Смотри, не надорви. Это может быть опасно. Я нашел их! Нашел! Я их чувствую! Так, давайте интересно. За мной! Я полетел! Я чувствую, где-то здесь они! Вот здесь? Бандиты! О, мне кажется, они не «Пятерочку» ограбили, да, а целый, это, целый банк! Вы чё? Стреляйте, паутина! Малыш, ты там чё, пушку взял, что ли? Да, подбирайте, да. Подбирайте я оружие! Сейчас позже. Будете помогать мне! Я их паутиной! У-ху! Да правильное ученого оружие! Так, сейчас я ему... Вот так, в полете! Вот так, жбаному! Вот тут еще есть дофига! Чё они там грабили? Не думаю, что «Пятерочку». Я тоже думаю, не «Пятерочку», скорее всего, хотели город захватить. Страшные бандосы. Гаси, гаси его. Помогите. В переулке? Уходит гад. Это ваш добрый сосед, человек-демон. Сейчас. Туда их. Че, раскидываем? Ты их раскидываешь люто паутинкой. Гасите, пацаны, помогайте. Налево на геликах. Бандиты гелики. Сейчас, он в переулок уходит. Да, выстроились. Ого, вот это у них там гелики. Так, вон еще, здесь. Гаси, в переулочке. Сейчас я. Загасил. Отлично. Так, тихо. А я чувствую еще. Слышите? Вон, слева. Вон, куча их. Нифига себе. Их там куча мала. Есть гелик. Всегда хотел на гелике прокатиться. Давайте, сбивайте. А у них там это, бандитское логово. Я лечу туда. Вон себе. Гнездо пауков. Ой, эти, как его? Гнездо бандитов. Сейчас я их зафигарю паутиной. У меня гелик взорвался. У меня тоже горит. Да выходи оттуда. Гасите их всех. Вы чего? Что-то я их не могу убить, блин, слушайте. Капец. Бессмертные, что ли? Нет, убиваю. Вот так, у них там бегу, настройки логова. Блин, они ко мне прибежали. Слушай, ученый, у тебя нет никакого зелья, чтобы их всех в свиней превратить. Нет, у меня такого нет, я даже паука не надо, ты превратился на самом деле. Ё-моё, ничего себе, я уже на крыше! Где? Я в самом верху, Человек-паук, фигарит их всех. Ой, их там очень много в этой заброшке, стройке. Да, это их логово. Это их страшное, опасное логово. Сверху угасим и снизу будем разбираться. Да, я залез к ним сюда, я здесь стреляю. Работаем. Моя паутина, она супер сильная, она прочная, создана из супер материала, экологичная. Вот они с крыши падают. Да, это я их скидываю. Всех бандитов, человек-паучок скидывает всех. Гаси их. Я сейчас их всех скину. Чё там? Тут снизу жарковато. Снизу? Лечу! Лечу! Где тут у вас? Да где вот суета? Где-то заходи. Так, захожу по-тихому. Никого не вижу. Так, ну-ка, чё? Да вон, наверху, на лестнице. Надо наверх конкретно так, лезть. Давайте. А вот они на лестнице. Жарковато здесь. Не ждали паучка, он пришел к вам. Опа, закидывай. Паучок пришел. Паучок туда, нифига я их скидываю, жестко с крыши. Меня не надо звать, я сам прихожу. Да, паучки приходят вовремя, сами. Опа. Туда, дорогой! А что там наверху? Ты со всеми разобрался? Не-не-не, там сверху еще куча осталось бандитов! А тут все, лестница закончилась, как наверх добраться нам? Сейчас я! Надо ползти по стенам! Оставьте это дело паучку! Паучок сейчас все сделает! У-ху! Человек-паук! Супер-паутина из рук! Я супер-герой! Димон, получай!
Так, слушайте, прыгаю. Осталось немножко. Сейчас я его скину с крыши. А вот здесь, здесь очень много, помоги, паукчок. Где? Не слышу. Да вот внизу на этажах. А, так на вы этажах, сами, это последние. Последние? Похоже, да. Фух, все. Да, все, зачистили логово, Человек-паук справился. Все, никого нету, отлично, давайте вниз спускайтесь. Погнали, погнали. Ну и заварушка, конечно, была. Мы спасли этот город, слава богу, что больше нет никаких преступлений. Да, это здорово. Это четко. Жалко, гелики взорвались, конечно. Да. Ой, подождите, мне звонит телефон. Что случилось? Мама, что ли? Что такое? Это Джульетта. Джульетта, твоя девушка? Да, алло. Алло. Что? Какой еще Володя бандит? Не надо трогать ее! Оставьте в покое, мы сейчас придем и со всеми вам поговорим. Да, нас трое. Да, ждите. Мужики, слышите, что? Что случилось? Что случилось? Там эта Джульетта в беде. Что надо случилось? Надо спасти ее, бандиты захватили. И короче, они держат ее это на крыше небоскреба в заложниках. А полиция? Она бездействует? Ё-моё, придется спасти девушку Бобиса Джульетту! За мной! Давайте вперёд, где это? А, где Бобис-то? Это, короче, недалеко отсюда, на Голден-Сити. Нифига себе, на небоскребах? Да! Это работа для паучка, погнали! Let's go! Сколько там времени остается? Часов 8? Где-то так. Ладно, едем, летим! Спасем Джульетту Бобиса! Ну что там? Вот здесь эта суета похожа. Вот сюда. Так, едем, направо. Едем. Давайте быстрее. Так, сейчас я поговорю с полицейскими это. Что у них произошло? Интересно, где главный-то, блин? А у них? Так, вот к любому подходи. Так, здрасте. Что у вас тут происходит? Здравствуйте. Вы что, Человек-паук? Да, я Человек-паук. Я помогу вам спасти девчонку. Что? Ничего себе. А я думал, что его не существует. Можно, пожалуйста, автограф? Потом автограф, вы лучше бы работой занимались, блин. Все, мужики, сейчас я на крыше этого небоскреба бобян твоя Джульетта. Да, вон там, наверху. Так, ну что, я полетел тогда. Осторожно, Димон! Нормально все, сейчас я залечу. Сейчас. Лети, паучок, а что нам делать? Ничего, парни, стойте там, я уже близко, я уже их вижу. Так, я подойду со спины, мужики. Вот он, минус этот, Володя стреляет! Фух! Я ее спас, мужики! Спас? Да, я спас ее! Тащи ее вниз! Вам ее скинуть вниз? Да, скидывай! Сейчас я попробую ее скинуть вам! Она не скидывается, мужики! Она сверху не осталась! Не закидывается! Она сверху, да, я не могу ее скинуть! Вот толстая! Ну ты сам слезай тогда! Сейчас, я ее вам скину! Сейчас! Вон она летит! Нет, она бежит куда-то! Куда она вон бежит? Вон она полетела, я ее скинул! Лови! Лови Джульетту! Все, взяли? Да! Ну да, что? Ее копы взяли! Человек-паук всех снял, спас! А сейчас, парни, будет мой лучший прыжок, готовы? Давай, фоткаю! У-ху! Человек-паук летит! Паутина не работает! Паутина нету! Не работает, паутина? Да! Человек-паук! Ему нужна помощь, сначала он разбился! Ай, черт, у него время закончилось! Блин! Он теперь больше Человек-паук! Надеюсь, он выживет! Надеемся. А где Джульетта? Ух! Я выжил! Блин! Живой, видимо, это... родненький! Я когда летел с небоскреба, похоже, суперсила кончилась, блин, это... Я, похоже, этот... Снова человек, да, что да, ли? Да-да-да! 24 часа прошло, все, ты теперь не Человек-паук, ты просто человек! Ё-моё, значит, надо это... Блин, костюм снимать получается! Ну все. Теперь я обычная работяга, как говорится. Ну что, слушай, Бобис. Обычный студент. Будем поступать на медицинский. Сделаем такую вакцину, станем навсегда Человеками-пауками. Да я не знаю, если честно. Знаешь, я бы кем бы стал бы? Ну? Я бы Халком бы стал. Ого. Он бы точно бы не умер. Он тяжелый, мускулистый. Ага, прикольно. Ну все, Бобян, все равно поступим на медиков. Да. Да. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный видеоролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Нам вас сегодня веселили и развлекали, конечно, как всегда, Оверфони и Бобби, ссылочки на канал парней ищите в описании, смотрите их видосики и стримы. А на этом у нас все, всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Здарова, чуваки.